представляют кинофильм Чарльза Бенда. Полицейский из будущего. В ролях Ким Томмерсон, Эллен Хант, Майкл Стефани, Арт Лефлёр, Телма Хопкинс, Ричард Херт в роли Спенсера, Энн Сеймур в роли Эш. Также в фильме снимались Мигель Фернандес, Биф Мэннерд и другие актеры. Художественный редактор Джефф Стекс, художник-постановщик Арт Ами. Специальные эффекты Джона Бюхлера. Музыка Марка Райдера и Фила Дэвиса. Оператор Мэг Алберт. Редактор Тед Николау. Сценарий Дэнни Билсона и Поля Де Мео. Режиссер и продюсер Чарльз Бенд. В январе прошлого года я наконец-то выследил и уничтожил Марка Уислера. И вот с тех пор я гоняюсь за его порождениями, дьявольскими порождениями, перевоплощенцами, оборотнями, которых называют трансерами, рабами дьявольской воли Марка Уислера. И не живыми, и не до конца мертвыми. И я так устал от всего этого, смертельно устал. Огонь!